Бип-бип, человеке. Давайте сейчас посмотрим новый клип Моргенштерна и школьника Альберта. Короче, погнали. Не прошло и 5 секунд, а нам показали красивых девочек, кадры снятые с высоты птичьего полета, школьника и Алишера. Но пацану реально повезло. Ему и новый комп подогнали, и клип сняли. От девчонок отбоя теперь не будет. Игровой компьютер. Что? Игровой компьютер. Мама говорит, зачем? Учиться круто. Это типичная отмазка, что компьютер нужен для учебы. А сам будет играть в Fortnite и Дотку. Мама, ты послушай, с моих новых ушек. Такой простой и наивный текст у этой песни, что просто умиляет. Прикольно получается. Парнишка отжигает не по-детски с девчонками, но Алишер тут исполняет танец краба. Судя по выражению лица, эта девка не поняла, куда попала. Она просто отрывается со всеми. Я школьник, я учусь в школе. Прям в школе. Прихожу домой и врубаю комп. Это очень жизненно. Так проходит обычный день почти любого школьника в наше время. Кстати, компик новый, тянет все обновы. Я нашел его в закладке в универе морге. Альберт реально молодец. Поднял свою задницу и пошел искать клад. Респект и уважуха. Это так, я просто нашел клад. Спроси как, отвечу просто так. Ну вот просто так, пошел и нашел. А потом снялся в клевом клипе. Короче, жизнь удалась. Я хитрец, никто не виноват. Я первый раз нашел закладку и я очень рад. Я надеюсь, что этот паренек не будет искать другие закладки. И тогда все у него будет просто офигенно. Ух, какие же тут девчонки классные снимались. И плевать, что это детский клип. Никто не виноват, что Данил мудак. Ну вот обязательно нужно было обругать своего оппонента. Но так же все рэперы делают. Игровой компьютер. Мама говорит, зачем? Учиться круто. Я думаю, что никто не будет спорить о том, что этот клип получился действительно крутым. Видно, что пацан немного зажат, потому что он скромный и стеснительный, но зато звездной болезнью не заболеет. Игровой компьютер, что? Игровой компьютер, мама говорит, зачем? Учиться круто. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!